бизнесмен. С тех пор прошел всего год, однако нашим выпускникам сделано немало. Ольга Каурцева открыла авторский салон, ателье были созданы две новые успешные коллекции, показы которых проходили на конкурсных площадках, а также на Мисс Иваново и Мисс Москва. Итак, встречайте! Коллекция Каурцева «Красная роза. Эмблема любви». Помощь в показе оказывает модельное агентство «Деловая». Ну что ж, дорогие друзья, мы переходим к следующей номинации. Кого шпильки есть? Шпилька нужна, она шпилька. Сейчас пока так. Или снимаем. Ну знаете как? Ну, вообще же из деликата. Руки никак, чтобы не забыл. Сейчас не если есть. Духи от красные. Нет. Там пыльненькая. А ты не видел такой, знаешь, маленький? Вот. Это.
Здесь находится... Оставляем тут. Тут вот балочка. Богу показываем. Да, это Маша, Большакова. Меняем колготки. У меня было, пускай все. Сейчас Аня завяжем. Аня спина. Великая. Да, большой. Намного лучше. Это же не фотография, не надо. А вы можете найти? Ну, все на меня посмотрели губами своими. Посмотрели губами? Губами. А, нет, ненормально, Алиса. Я накрасила красный. Да, просто он закончился на мне. Где пробники? Где пробники? Ничего, ты гуляешь. Посмотрите все бульки друг у друга. Лохматость повышенную. Да. Ну, в принципе, здесь это не к селу, не к городу. У кого шпильки есть? Шпилька нужна, она шпилька. Так вытащи. Дайте одну шпильку. Вот с этого боку. У меня все вылезло. Тебе нужно невидимки. Держишь? А невидимки есть? У кого есть невидимки? Давай сделаю сама. Девочки. Ну, вместе. Аня, гнездо, невидимку у тебя отсюда. Потом видео нам подарите? А это не невидимка. Аня! Это вы еще, значит, занимаетесь самодельной. Дело в голове женщины. А мне только такие вопросы не используются. Мои волосы, хорошие, на майфон. Очень хорошо. Очень хорошо. Я думала, мне бы это хорошо. Нет, я, кстати, да, так это не получается. Минуточку, минуточку. Дай бог, чтобы надолго не задержали. Куда вы ноги устали? Переобуйтесь пока. Алиса. Это природный канал. Я. Первая, да? Дальше как идете? Я. Ага. Дальше. Вот как стоит, в общем. Ребят, никто не брал серый микрофон. Оль, по-моему, тут все в порядке. Серый микрофон. Ну ладно, только вы снимите, да? Нормально. Да? Ладно. Ключик изнесу. А может быть, лямочки-то мы все-таки снимем? Нет, какой народ? Какие народы? Все, ничего. Здесь закрыто. Настя. Вот там, где постояли. Я еще кого зову, ко мне тут и берем. Соник, слушай, еще кто? Сережа, Настя. Одна. Нет, это будет более разрадно. Пожалуйста, не прячьтесь в треугольнике, ребята. Ксюша. Потом надо их... А консультант есть у тебя? Нет, не пока.